Доброе утро, птичка. Диабёрд. Вот ее хвостик, да. Ага. Ветрено сегодня. Доброе утро всем. 7 мая 2019 года. Акашья третья. Сегодня самый благоприятный день в году с точки зрения ведической астрологии. Мы собирались сегодня поехать, ну, уже рано утром, такси арендовали в Дели. Но вот передумали, решили этот день провести здесь, в самом для нас благоприятном месте, в Ришикеше, на берегу Ганги. Вот. А уедем уже завтра. И сегодня еще одна девушка тоже очень-очень хотела пуджу, чтобы была в этот день проведена. Мы сделаем и для нее тоже пуджу. Позвонили нашему пуджаре. Мы живем в Сан-Сева Ашрам. Это же Ашрам. И здесь тоже службы проходят. Он как бы гостиница, конечно, но и соблюдает традиции ашрама. У них даже коровки есть свои и свой батюшка. Саши вчера до 10 вечера с батюшкой в карты играл, кстати. Труженики. Ой. Это почтальон, типа. Намасте. Намасте. Ага. Или тут всегда происходят такие интересные эпизоды? Или на самом деле специально для меня, как только появляюсь, что-то происходит более забавная, чем всегда. I think you much better, darling. You walking now much better. Я говорю, ты сейчас уже намного лучше, наблюдая за ним, намного лучше идет. And... А все время он так позитивненько. What you feel better? Немножко еще до сих пор чувствуется боль, но это, говорит, пройдет. Вот тут кругом ослики, лошадки, мулы работают на каких-то стройках и все время возят туда-сюда песок, камушки. А? I have money. Все мелкие деньги, говорит, у меня где-то. Кому-то хочет, давай, кому-то хочет дать. Он забыл мелкие деньги в штанах. Небось, батюшки там проиграл все. Намасте. Все хорошо. Встала такая. Здрасте, здрасте. Намасте, намасте. Намасте. Так, без... давайте, ну, легко, давайте, давайте. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Take care. Thank you. You also. Начинается с утра. Такая позитивная жизнь. И медитативная, к тому же. Девчонки такие частично современные. Интересно, откуда? Where are you from? State, state, girls. Darling, girls. In Punjab. Punjab? Girls from Punjab. Acha, acha. Sasrika, Sasrika. Sasrika. Jai Baba Di.
Джей Матади. Джей Матади. Гульяна, very near Chanda, near the display. Gulen Market, very big Gulen Market in Ludhiana. Раз, и байк туда заехал. Вообще выглядит таким узеньким, узеньким этот коридорчик. О, какое уютное место. Сделали кафе. Да. В Драмсале мы увидим много таких красивых картин. Танка, икона буддийская. И посетим, наверное, нашу художницу. Тенджин, I think, name of artist who teach me. По-моему, ее звали Тенджин. И у нее еще был малыш. Не вторник ли его звали, этого малыша? Не помню. Ну, в общем, все освежим в памяти. Тогда она меня учила несколько дней рисовать мандалы. Вот. По-настоящему, по их тибетским канонам. И скоро поедем в Драмсалу. И все это восстановим в памяти. Малыш, думаю, уже подрос. Она хотела из него бойца вырастить. Тисюм-тисюм, говорит, он будет биться. Hello. Не привязаны. Обычно их стреноживают. Что-то они одни, без хозяев. Вот это вот полицейский участок Лакшманджулы. Зачем-то Ослику понадобилось в полицию зайти. Зачем? Нет, не понадобилось Ослику. Полицейским не понадобилось. Выгнали его. Нечего челобитную подавать. Ого! Баба перепрыгивает через стену. Молодцы. Шоткат. Вот это да, боже мой. Да, он даже идти не может. А через стену взял да перепрыгнул. Это круто. Вообще крутой баба. Очень крутой. Ага. Я надеюсь, я тоже так смогу в его годы. Свои я, наверное, не могу через эту стенку перепрыгивать. Ночью холодно вот у этих странствующих людей. Одеялки с собой, подстилочки обязательно. Я видела с балкона, у нас под балконом спали. Постелили, расположились, укрылись. Не, ну куда такой пошел один, деловой? Забыла показать. Вот, это все из той же коллекции 12 единиц, купленных в Дели. И вот это тоже оттуда, вот такой браслетик. Правда, по цвету не подходит к моему платьюшку. Но выгулять-то надо. Так что вот, ом, серьги ом. Тибетский стиль. Я, говорит, надеюсь, что у него машина работает, которая взвешивает. Я не буду, но фомино. Еще чего не хватало. Стресс получить за свои деньги. Ну, давай сумку-то. Тяжелее же с сумкой-то будешь. Я почитаю. Я скажу тебе, сколько.
70X. 76. Я сказала, там где. Ну, мама. 5 рублей стоит узнать жестокую правду о себе. Страшную правду. Да сейчас. Нет, а вы чего? У него столько делений-то нету. Не хочу. Не хочу себе. Хороший день портит настроение. Я, говорит, вчера не ужин. How no breakfast? Porridge? Yesterday, not today. Сегодня нет, да. Сегодня не было завтрака. Пустой чай, only чай, да. Вечером он не ужинал вчера, мы не уходили. Он целый вечер в карты играл. Полдесятого прибежал, говорит, ой, ты голодная, тебе что-нибудь принести? Я говорю, ничего не надо, я буду лучше спать. Он говорит, я пойду еще поиграю. Говорит, я не знаю, может, у меня там килограмм денег. Какой килограмм-то? You forget everything. You borrow from me. Ты у меня занял. Какой килограмм? Вчера дал мне пачку сотен. Говорит, у тебя 500-ки, 2000-ные, может быть, тебе лучше мелочь еще иметь. И сейчас, говорит, я забыл деньги. Пришлось отдать ему все эти сотни. Вот здесь вот у них раньше было много таких вот лавочек. Очень дешево. Оно стоило, когда мы с Сашей познакомились, по 2, по-моему, рупии каждая. Каждые бусики из бисера. По 2 рупии. Но сейчас, наверное, они не по 2, может, по 10. Но у них была даже на такой товар была большая конкуренция. Везде стояли эти тележки. О, не, арбуз нет, сейчас нет. Как она туда забралась? Корова. Пошли, нам надо завтракать. Let's go for breakfast. Чапати предлагает, чапати, чай. Готовит прямо здесь, на открытом огне. Улыбается. Свежие чапати. Товарищи. Don't worry. Побежала. И это побежала. Как быстро они умеют бегать. Вот эта дорога, наверное, ведет к Ганге. Сократим путь. Шоткат. Очень короткий. Хороший короткий путь сюда, да. И 100 рублей сэкономили на такси. Тут между мостами всего 2 километра. Пройти очень даже хорошо, утренняя прогулочка. Так хорошо набережную здесь устроили, благоустроили. Прекрасные скамейки. Можно сесть, отдохнуть, полюбоваться на Гангу. Смотрите, как картина умиротворяющая. Как здесь хорошо, и все дышит покоем. Можно помедитировать, что мы хотим в Акашья Третья, в самый лучший день в году. 7 мая сегодня, 2019 года. You have to now plan what you want, because today the most strong day. Акашья Третья. Да. Да. Pray. А у нас, говорит, уже Бог нам дал все. We just want to have our own apartment and good health. Да, good health. Important. The most important. Good friends, good our. Хорошее здоровье, хорошие друзья. И возможность путешествовать, that's смотреть good мир. Да, это, а у нас все есть. Большое благословение. Свободное время.
возможность передвигаться, возможность смотреть своими глазками. Вот сейчас утром ему позвонил его друг, помните, Мухаммед, наши с Путапарти, а сейчас он в Пуне, он позвонил, он сказал, что он внезапно ослеп. Все, он сейчас ничего не видит. Вот еще недавно видел, а сейчас уже ничего не видит. Как вот так вот? Это так важно ценить то, что у нас есть, и радоваться этому. Трудно с этим смириться. Урну видите, как тоже красиво оградили. И урну видно, и обезьяны, да, они ее не уронят. Они любят ронять. Им же тоже надо посмотреть, что там у них вкусненького спрятано в урнах. Ждет, наверное, кормят ее тут. Да. Ну, Саши, ну куда ты прыгаешь-то со своей ногой? Don't jump, darling. Problem. Be careful. Ну, как дитё малое, господи. У меня сестра так болезненная была, не успеет выздороветь. Выходит на улицу, ест сосульки. Опять заболела. Кто ж так делает? Какие красивые беседки сделали. Можно там в тенечке посидеть. Баба такой интересный. У него посох заканчивается головой кобры капюшоном. И, не знаю, мне кажется, я видела этого бабу в Варанаси. Он был с обезьянкой. Саши говорит, люди многие похожи. Да, многие похожи, конечно. Вон, какие эти скамейки удобные для этих странствующих в саду. Полежал. Вот туалеты, кстати, бесплатные. Закрытые, правда. Нет, два открытых. Пошли, говорю, через мост. Он говорит, это так много времени займет. Пошли, лучше лодку возьмем. Ну, не знаю. Но у нас позже на 11 заказано, поэтому надо успеть съездить. Это не просто куда-то дойти, а надо еще съездить до этого места, где мы хотим позавтракать. И вернуться. Хорошо. Какой чудный баба. Здесь место хорошее для чаепития. Ну так. Удобное в коммерческом плане. Люди туда идут. И многие останавливаются попить чаю. Ой, как он забрался на эту штучку и не упадет с нее. Я бы не рискнула так вот лежать на ней. Еще один. У них одинаковые челмы. Это что это за организация? Существуют группами странники. Что же они ищут? Какую истину? Саши предполагает, что многие, конечно, да, они духовные искатели, все такое. А многие одевают оранжевые одежды, чтобы уже снять с себя ответственность за семью и свалить от этой суеты, отдохнуть немножечко. Вот причины. Он мне озвучивал, которые он считает, толкают людей вот на это. Ну, поживем, посмотрим. Может быть, и мы тоже оденем оранжевые одежды и уйдем в Гималаи. Лет через 50. Какие же они шумные! Какие они шумные!
как птички. Два туда обратно. Чего вы кричите, люди? Не спорьте с женщинами, мужчины. Все равно вы их не перекричите. Намасте. Нету здесь рыбы. Не спорьте с нами. Не спорьте. Мы все равно победим. Правильно? Best place. Oh, yeah. With captain. Yeah, yeah. С капитаном же самое лучшее место, правда? Ой, как хорошо. Ну кто победил-то у вас, товарищи? Я думаю, я за наших, я за женщин. Думаю, мы победили. О чем бы вы ни спорили, я на вашей стороне, девушки. Такой саду прекрасный, благостный, в оранжевых одеждах, с седой, с длинной бородой, с длинными волосами. Ой, лангур пришел, обезьяна без билетов. Она хочет на ту сторону. Манки, вон ту гоу визас. Лангур пришел, обезьянка. Она села на лодку. Она пришла на лодку. Смотри, она с нами. Ушла. Взяла еды и ушла. У кого-то украла еды и убежала. Обезьянка, пока-пока, бай-бай-бай-бай. Очень умная обезьянка. Как много интересного происходит, ну вообще. Не надо искать никаких билетов в театры, в цирк. Цирк сам, на дому, на выезде. Цирк с конями, с обезьянами, с коровами. Такая красочная, яркая жизнь. И буквально минута, и мы на той стороне. 15 рупий туда-обратно. Или 10 рупий в один конец. Все понял. 15 рупий go and back. Very nice. Давай water, give me water. Put blessing. Дай мне воды, Ганге. Они прямо почти что вот сияют. Удивительно. Воды желательно, конечно, набрать ближе к центру, да. Она почище, хотя Ганга чистая, грязь грязная. А Ганга чистая. И ложа у нее серебряная, убивает микробов. Видите, все стараются скорее взять воды из Ганги. Выпить ее, побрызгать, получить благословение матери Ганги. Девушка молодожена учит своего молодого мужа фото. Садись, говорит, и так, и сяк, и вот эдак. Вот видите, она в красных браслетах. Она недавно они поженились. И она сейчас всех фотографирует. Так, куда, говорит, пошел? Сейчас еще вот такое надо селфи. Возможно, у них медовый месяц. Ой, сори. Я, кажется, ей на ногу наступила немножко. Они не собираются уходить. Они, наверное, кататься останутся туда-обратно. Тоже хорошая идея.
Вот это очередь. На ту сторону сейчас всем надо, да? Утро. Приехали. Это группа с Раджастана, вижу по одежде. Нравится мне вот это вот разноцветие у него, как он красиво по-художественному разложил свой товар. Ой, мамочка. Она, да, она хотела себя покусать, ой, почесать, а я испугалась. Мадрас кафе здесь, на этой стороне. У них есть идливада. Да ладно, я не вижу. Мы хотели в центр ехать, Мадрас кафе. Неужели? Прекрасно. Я счастлива. Идливада? Идливада. Как хорошо-то. Я вижу меню. Вада самбар 90. Коми вада самбар. Вода самбар. Две вада и супчик самбар. Дарлинг, вода самбар коми. Окей. Говорит, какая дорогая доса, просто масала доса 120. Нет, не хочешь? А почему? Там же тоже те же цены. Я, говорит, возьму такси, и мы туда поедем. Но такси же тоже стоит денег. Ой, смотрите, смотрите. Мне привет. Мне привет от Вселенной. Иду, иду. Пожелание хорошего дня и намек на то, что мечты сбудутся, планы реалистичные, и все будет хорошо в моей вселенной. Хорошо. Я тут сижу на таком узеньком сиденье. Надо бы уже ехать. Поехали. Выходи, говорит. Оказывается, девчонки сидят, а ее муж пошел покупать еду для нее. То бишь, это еще очень не скоро произойдет отправление этого транспорта. Саши хочет другой найти. Вот есть другой. Отлично. И места много. Пошире сиденья, хорошие сиденья, широкие. Держи, папа. Ну, с Богом. Набралось нас 6 человек. Один из них вот там вот сидит в оранжевой одежде. Не знаю, платят ли они. Но нам ехать только 5 минут. 7 человек, еще один пассажир. Угу. В высохшем русле притаились вот эти машины с лодками для рафтинга. Саши-то убежал, господи. Нет, не в темпл, ням-ням нам надо. Где-то здесь он должен быть. Вот я только не успела глазом моргнуть. Куда он делся-то? Чего? В ладоши хлопает, сбежал. Ну, прям такая была жизненная необходимость рвануть. Ножка, видать, зажила. И след уже простыл. Намасте! How are you? Hi. Thank you. Так. Ага. You want idli vada, na? Idli vada.
Вот сюда мы всегда ездили, в типичный Южной Индии ресторан, и они готовили всегда идли и вада именно как в Южной Индии. А в других местах, вот как они не стараются, все равно другой вкус. Все, приехали, позавтракали. Надоели ему мои кашки, наверное. Мне они и самой надоели. Я геркулес раз в неделю могу. Да. How much we pay in this cafe? We eat many. На 200 рупий мы поели. 205, но хозяин сказал, дай мне 200 всего. Это да, столько много еды. Ласи, сода, доса, две тарелки вада. Идли, масала доса. Удивительно, на 200. И очень вкусно, очень. А здесь вот, конечно, ну в два раза точно дороже. У нас осталось всего полчаса до Пуджи. Надо еще доехать, да, доплыть. И дойти быстренько до Гита-ашрама. Ой, какой там батюшка. Как он мне понравился вчера. Какая пуджа была. Спросил этот... Чего, говорит, не сходили, куда собирались? Саши говорит, так мы собирались поесть идли да досы. Сходили, поели, возвращаемся. Вот такие вот свои привычки. Давай. Так он лодочник, оказывается. Паромщик. Ну и как всегда у всех селфи, вот откуда получаются прекрасные фоточки из Ришикеша. Гималаи. Предгорье Гималаев. Спрашивали, что это за горы. Это уже начало Гималаев. Я думала, у этой девушки золотой зуб. Первый раз думала, вижу, наверное, у молодой индианки золотой зуб. Нет, у нее оказался бриллиантик в зубе. Это еще более редкое явление. Вот это уж точно первый раз вижу. Бриллиантик в зубе. Сверху. Ну, не знаю, улыбнется, нет? Вот у этой, да. Нет, не видно, но поверьте на слово. Тоже спрашивает, куда ездили, что так быстро вернулись. Мадрас кафе, говорит. Кричит там сзади. Медленнее, медленнее беги. У тебя, говорит, появилась сила, пауэр, вода пауэр, говорит. Наелась вода, и теперь, говорит, получила вода пауэр, идли пауэр. Да, я такая. Священник наш звонит. Мы уже подходим.
какие здесь пробки, что ли, или просто им побеседовать надо, да? А поговорить. Видите? Может, как-то телефонами обменяетесь, да и ругаетесь потом. Нормально, да? Ну вот, опять Гита Ашрам. Это просто счастье какое-то, что у нас в этот праздник, самый сильный день в году, 7 мая 2019 года, Акашья Тритья, еще одна пуджа, есть возможность поприсутствовать. Какая прелесть. Все на релаксе. Так, ну мы пойдем на пуджу. Вот здесь, вот рядом с мандиром делаются пуджи. Скоро вернемся. Мы еще молились за те души, которые пострадали в этой катастрофе в Москве. И Саша просит им, их семьям сил принять это неизбежное. Мы можем только молиться, мы ничего не можем изменить. Это карма. И просим помочь этим семьям. Если можно, сохрани мир. И чтобы не было этих аварий. Рам-рам, намасте. 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 Это пастух, как я уже поняла. Ой. Как всегда, замечательная была пуджа. Такое умиротворение. Саши спросил, дают ли они до сих пор пищу вот для этих странствующих монахов, для саду. Они сказали, да, дают. И он сказал, что он хочет дать им пожертвование, донешен. Вот сейчас вот он договорился. И вот от тех людей, которые присылали небольшие пожертвования и хотели что-то, чтобы мы оставили или в святых местах, или кого-то накормили, здесь будет накормлено, напоено вот на все ваши деньги, что вы пересылали вот последние с прошлого чаепития. Вот. Накормлено очень много хороших, бедных людей. Этот ашрам, он кормит каждый день, два раза в день. Поэт. Вот, поэтому я считаю, в Ришикеше это большое благословение сделать такое пожертвование, тем более в такой день, в Акашья Тритья. Это нужно обязательно. Все, что мы даем в Акашья Тритья, вернется в сотни, в тысячи раз. Вот, поэтому всем людям, которые присылали и эти материальные донешены, тем, кто мысленно молился, вот, мы желаем всего самого наилучшего, пусть вся эта ваша доброта вернется вам. Вот. И вот в этом ашраме останутся ваши подношения на берегу Ганги в городе Ришикеше. Большой мандир. Вот это Ганга. Она изображается на крокодиле. Мать Ганга. Почему нас в школе учили Ганг? Ну, это, видимо, чисто географическое название реки Ганг. А в Индии это богиня и река.
И она женского рода, она мать Ганга. Это Рама, Лакшман и матушка Сита, жена бога Рамы. Вот если с трезубцем, поначалу они все кажутся боги похожими, но вот у них есть атрибуты. Вот тот, который с трезубцем, это Шива. Еще у него змея на плече. Значит, с ним матушка Парвати. Вот Сударшан чакрой это Вишну. Жена у него Лакшми. С флейтой это Кришна. У него подруга Рада. И мальчик с головой слоника это Ганеша. Сарасвати, Дурга, Кали. Шива. Хануман. Вот это вот боги Южной Индии, я не знаю, как их зовут. Они такие необычные, похожи на куколок. Ну вот это вот, честно говоря, я думаю, это пятиликая богиня Гаятри. Я так думаю. Ну, если я ошиблась, вы можете мне написать в комментариях, исправить. Они же тут сами не знают, сколько у них точно богов. Кто-то говорит 300 тысяч, кто-то говорит вообще миллион. И всех богов они почитают. Так было жарко там возле Кунды. Очень длинная была пуджа. Часа полтора. Вообще уникальный батюшка. Я вчера смонтировала пуджу для прошлой девушки, для той девушки, которая вчера заказывала пуджу. Так только вот намонтировано вышло минут 40. Я же не все там снимала. Когда участвовала в пудже, что-то кидала, я отключала камеру, когда надо было в огонь кидать. Поэтому в общей сложности получается часа полтора. Это очень хорошо делать такие пудже для гармонии и всеобщих вибраций. And with kitchen, if I pay them 5 lakh, I could live all my life. So I said, if you have something like that for me and my wife, you say, sure, you can come. Nice. In the end of July, the trustee people come in and they can speak about it. You know? It's nice. You will pay even 6 lakh and give that one room. Nice. For us with kitchen, you know? Very good, and yes. Они знают Саши больше 20 лет, они вот предлагали ему в прошлый раз, что они могут там за 10 тысяч долларов ему комнату с кухней построить, и до тех пор, пока мы будем живы, это будет наше жилье. Он спросил сейчас, говорит, ты до сих пор это в силе, это предложение? Они говорят, да. Мамаджи! Пошли, говорят, чаю попьем. Они все время чай пили. И здесь у них вот еще и школа. This is darling. Ой.
Пожалуйста. Намасте. Ну, очень хорошо в такой день давать пожертвования. Саша, сейчас этому вотчману, смотрю, денежки дал на чай. А потому что музыка. А ты что не танцуешь? Тоже танцуй. Потому что музыка, поэтому даже немножко с раненой ножкой имзиец танцует. Фул-фул. Сейчас мы объевшиеся, ни о чем думать не можем. И съестного. Саша хочет чаю. Ой. Ой. Да, only without red, they like flower. Мы сейчас, да, одну... Один, try one, give one, they will try. Цветочек тебе нравится? Цветочки им нравятся. Мы одну гирлянду раздадим коровкам, как просад, потому что коровки, в коровках все боги. А другую гирлянду положим вот эту вот матери Ганге. Не бойся, не бойся, коровка, коровка хорошая. В твоем тапочке, Саши. Ага. Это им десерт, маленький десерт. Мне часто говорят, что ну что им там ваша булочка, что им там еще что-то. Это ж такая мелочь, надо же много-много. Коровка найдет себе много-много. Жили они тут тысячи лет и, может быть, даже десятки тысяч. Находили себе прокорм, потому что Бог обо всех позаботится. Думать, что ты можешь там кого-то накормить и спасти на всю оставшуюся жизнь – это гордыня. А вот так угостить, коровка, наверное, скажет спасибо, цветочки были вкусные. Вот. А нам приятно угостить коровку. Ну ладно, не отдадим мы матери Ганге, у нас там есть одна. Ей нравится, она хочет все это. Иди внизу, там тебе дадут. Give me only one flower for mother Ganga. I will put... Я оставлю один цветочек для матери Ганги, чтобы от этой девочки еще положить в реку. Один цветочек все-таки будет презентован с пуджи. Пусть мать Ганга усилит все позитивное в ее жизни и в жизни ее семьи. И пусть эта пуджа будет, так сказать, она и так уже работает, пусть она работает еще лучше. Саши бегает вокруг. Намасте. Такая смотрит на меня. Я думаю, что она так на меня смотрит преданно. Играть хочет, дружить хочет. Она видит, что у меня еще есть цветочки. Да, да. И коровке хорошо. Цветочки с пуджи. И нам хорошо. Thank you.
Ну, все, дорогая, закончилась еда. Можешь идти. Она вон между делом стакан разбила. Вот. 10 рупий чай, говорит, сейчас за стакан сколько? Говорит, позволь мне заплатить. Они не хотят, чтобы он платил. Он хочет заплатить за стакан. Так, ну, иди. Пропусти меня. Теперь это наша корова. Мы приобрели себе корову. Дарлинг, дарлинг, she want to be your cow. Она хочет быть твоей коровой. Все нормально, говорит, хорошо, я тебя усыновлю. Но он в банк пошел, корова, зачем тебе в банк? Ты подожди немножко. Он денежек еще снимет и булочек тебе купит. Ты моя золотая, в банк ей хочется. Хочется ей за ним. Нет, нет, Дарлин, пошли, пошли. Он говорит, хочешь салатик арбузный? Я говорю, Саши, говорю, они же его брызгают какой-то водичкой. Хорошо. Вот там вот у них водичка, они ее брызгают. А вдруг там какие-нибудь? Да, холодненького. Ладно, не будем думать. Я ему говорю, мне легче купить. Я говорю, мне легче купить новый арбузик вон и съесть одной в комнате. Но он все-таки хочет вот, чтобы мы на улице съели арбуз. Угу. Масала. Соль. Take one more stick. Еще одну палочку дайте уж тогда. Арбуз с солью. Необычно. Кстати, вкусно. Неожиданно. ₹40 сдает, значит 10 рупий это стоит. 10 рупий? Всего лишь 10 рупий. Холодненький, вкусненький. I think they going to our ashram. Дитаашрам. Опять большая группа индийских паломников. Они такими большими группами приезжают. Человек по 70. Я думаю, они идут в Гитаашрам к нам. Отвезите меня в Гималайи. Нет? Мы не понтуемся больше. Мы идем пешком. Туда пешком, обратно пешком. Саши молодец. Окреп. Бегом, бегом, бегом. Бегом, бегом, бегом. Вот к одному подсаживаешься, всем уже пробку организовал. Всему движению. Вот, бас, бас, бас. Вот он наш Сева Ашрам. Хом-хом. Свит-хом. Ура, мы приехали домой.
Интересно, он вчера с батюшкой-то играл до самой ночи. Где батюшка? Сегодня опять будет играть в карты, в обычные карты. Представляете? Бас. Ну, it's full. У нас полная бутылка воды-то. Where is your priest partner for card play? Он наверху говорит, вечером, он в 5 вечера приходит. Он хозяин этого ашрама. Да, толстый такой дяденька. And he play in the card? Почему нет? Рави вчера приехал, доктор, и еще один. Мы только, говорит, для... Для веселья, говорит. Я проиграл только 180 рупий, говорит, вчера, за 4 часа. Ага. А кто выиграл-то? Who Fiden Levin? Вначале, говорит, я выигрывал. Я, говорит, думаю, другой мужчина, которого ты не знаешь. Птичка вон опять быстренько пересела. Я знаю, где твой домик. А там вторая птичка. Не бойся. Я никому не скажу. Сейчас мы пойдем окунаться. Вот туда. Вернее, Саша не хочет, а я хочу. Мы завтра уезжаем в Дели, и я хочу совершить еще from down. Нам, говорит, надо оттуда идти. Да, но я не собираюсь прыгать или лететь. Yes, I only explain. Вот. Перед отъездом в Дели хочу совершить еще погружение в Гангу, тем более, вот уже который раз говорю, в такой день. Я считаю, это большое благословение это сделать. Чё ж ты в майке-то? Как здорово. Там кто-то поет, играет на табле. Давай. Здесь закрыто. Но у Саши везде друзья. Они ему дадут ключи. Очень горячо. This is for cow bread and biscuit. We have many biscuits. I found. Я нашла коровку. И мы взяли хлеба и печенье для коровки. We have lot of biscuit, lot. Мы только путешествуем с этими печеньями. Он столько их себе набрал. Надо сегодня делиться. Today we have to share. With somebody who hungry. Вот с кем-нибудь, кто голодный, надо поделиться сегодня. Иди, папа, делись. Ебушек. А вон наш балкон. Все. Спасибо. До свидания. А вот это вот с пуджи, со вчерашней пуджи от Елены, а это от Марины. Саши хочет в Гангу положить, а пусть... Я надеюсь, что мать Ганга и лорд Шива поможет им в их просьбах. Мы очень наслаждались, присутствуя и на их пудже, были их представителями, можно сказать. Это значит, пуджа работает.
even though when my pain was there, but when we are doing puja, I forgot my pain. Даже на вчерашней пудже у него немножко побаливало, и во время пуджи у него эта боль прошла. Это большое благословение тоже. Это вот мы отправляем матери Ганге. Okay, you go to the А я пошла. Put your this out. Да. Я пошла тоже окунуться. Она ледяная. Я с вами. Господи. Я с вами. Пусть все будет хорошо у всех. Very beautiful. Я за все, за всех наших друзей, за родственников, за знакомых, кто что-то просил. Я вот сейчас прошу, чтобы сбылись их просьбы. И за здоровье, и за все самое лучшее. Yes, мама. Yes, мама. Давай, давай. Very cold. You from north? North, baby. You are from north. Think of Siberia. Think of Siberia. Думай о Сибири. Then do it quickly. Yeah. 1, 2, 3. Jai Tandre. For Mari, for Sissi, for everybody, for Natali, for everyone. Jai Ma. Oh, yes, we did it. Хорошо, ты как? Наш балкон, вот. Это как бы первый этаж, второй наш вот там на третьем. Ну все, мои дорогие, пошла я греться, сушиться. Желаю вам всего самого светлого и самого лучшего, чтобы все ваши мечты сбывались. Всех обнимаю, всех люблю. Саши уже убежал, не дошел со мной. Бриться пошел.